Здравствуйте. Каждому известна ситуация, когда просроченные семена, а сорт очень нравится, или редкий сорт, вы не нашли больше семена этого сорта в этом сезоне, посадить нужно. Как же оживить просроченные семена и семена, всхожесть которых у вас вызывает сомнения? Есть несколько способов. Общеизвестный способ – это замачивание. Замачивание можно проводить в нескольких препаратах. Очень хороший результат дает замачивание в препарате HB. Причем вот этого препарата нужно всего одну капельку капнуть в воду, которая предназначена для замачивания. И вот в этот раствор помещаем семена на 6-9 часов. Все зависит от того, насколько плотная оболочка у наших семян. Очень хорошо пробуждает семена замачивание в янтарной кислоте и замачивание в борной кислоте. Есть еще один раствор, в котором хорошо замачивать семена, это перекись водорода. Когда мы ее добавляем в воду, а количество перекиси водорода зависит также от оболочки, какой покрыты семена. Вот, например, для моркови, для обычных овощных хватит капельки, а фасоль нужно замачивать в более концентрированном растворе. Вот этот вот раствор перекиси водорода с водой насытит семена кислородом, оболочка быстрее разбухнет, напитается кислородом и росток разбудится. Хороший эффект дает замачивание в горячей воде. Дело в том, что большинство овощей, которые мы выращиваем на своих участках, это южане. Перец, томат, огурцы, да даже и тыквы, даже и кабачки. Это все выходцы из южных регионов. И земля там, в тот момент, когда семя попадает на землю, очень теплая, гораздо теплее, чем у нас. И вот этот эффект горячей земли мы можем сделать, поместив семена в воду температурой 40 градусов, также на 6-8 часов. Это очень удобно делать в термосе. И еще один очень интересный способ пробуждения семян – это барботирование. Барботирование – это прием, который помогает насытить оболочку семян кислородом, и семена тогда пробудятся. Для этого нам нужна емкость с водой, нам нужна аквариумная помпа и вот такой рассекатель и трубка. Когда мы включим помпу, мы увидим, что вот здесь вот пошел воздух, и вот этот раствор начинает насыщаться кислородом. И вот именно в него мы поместим семена. И оставим их на 2-3 часа. Нужно будет смотреть, чтобы семена хорошо затонули. Вот это вот все, что прилипло к стенкам, надо будет постепенно погружать. Но со временем они разбухнут и уже не будут всплывать. И вот таким образом, оставляя часов на 5, вот такой способ поможет разбудить как просроченные, но в принципе этими же способами можно и замачивать, и стимулировать всхожесть и нормальных обычных семян. Вот такие наши советы помогут вам оживить старые семена и получить заветный урожай.